общем, пришло время покупать батареи. Купил батареи фирмы Royal Thermo Indigo Super Bimetal. Две 6-секционных по 5380 и одну 8-секционную за 6656 рублей. Так, вот такой полотенцесушитель. 5700. Также для монтажа батареи и полотенцесушителя пришлось докупить шаровые экраны. Вышли мне они в 400. И три набора для радиаторов. Там крепления, заглушки, они у нас по 229 рублей. Ну, в общем, на 700 рублей еще вышли наборы. В общем, нежданно-негаданно заявились ко мне сантехники через 2 или, наверное, даже 2,5 месяца ожиданий. Я одного из сварщиков знаю, попросил его, и он где-то бурился очень долгое время, хотя я всем плачу деньги за работу. И пришлось идти в РЭО, давать заявку на врезку в трубу водопроводную. Они были со сваркой, ну и под шумок сделали как раз мне батареи. Примерно по читал я сумму, которую я затратил на новые батареи, краны, полотенцесушитель. Вышло в 27389, ну можно округлить где-то в 28, потому что я там еще докупал переходники. Не подошли крепления для батарей, надо было на кухне более длинные, я еще бегал докупал. В общем, где-то в 28 тысяч все вышло. И по работе в среднем вышло повесить одну батарею или полотенцесушитель в районе 3000. Плюс работа по квитанции, врезка в стояк холодной воды крана и установка нового счетчика 3500 рублей. Итоговая стоимость замены сантехники, работы с материалом 43 тысячи рублей. Также я с ними в дальнейшем договорился о замене стояка. Они мне озвучили сумму в районе 5000 рублей.